Сейчас читаю, что этому Рамзану Кадырову и его лошади запретили ехать в США на скачки. Билет назад сдал. Оказывается, вчера опубликовали только... Оказывается, опубликовали вчера 18, только открытые в списке Магнитского, а остальные в закрытые в список засунули. Поэтому там же, наверное, и Пахомов туда засунули, этого Теплякова, депутата, который там меня клоуном называл. Так что не так уж все и плохо. Я вчера расстроенный такой был, думаю, господи, столько работали. Что, едем бухать? Кадыров будет с лошадью кататься по Чечне. Ты что, едем бухать? Конечно.